Так, с помощью учебника для 5 класса установите соответствие вида деятельности и его разновидностей. Ответ представьте цифры с буквой, например, 2 и под буковками. У нас два вида вопроса, то есть экстремистская деятельность, экстремизм, террористическая деятельность, терроризм. То есть я читаю вопрос, а ты говоришь, к чему это относится, к экстремизму, либо к терроризму. То есть экстремизм – это преступление против человека, согласно его расовой принадлежности, языка, вероисповедания. Терроризм – это захват заложники, заложение СВУ, самозарядных взрывчатых устройств и прочая деятельность. То есть, когда стреляют, захватывают заложники, это все терроризм. Так. Пропаганда исключительности, превосходства, либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. Экстремизм. Красотка. Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности. Экстремизм. Красотка. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Экстремизм. Красотка. Массовое распространение заведомо экстремистских материалов. Экстремизм. Красотка. Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террористического акта. Терроризм. Красотка. Подстрекательство к террористическому акту. Терроризм. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность. Еще раз. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность. Терроризм. Молодец. Если бы в самом вопросе был бы, допустим, то есть в действиях было закопано на основе, допустим, национальной принадлежности, да, туда бы еще добавился экстремизм. Наличие при всем при этом у группы как бы людей, у одного, если, допустим, ну, оружие, взрывчатые вещества и так далее, то есть это уже было бы хранение, если изготавливали еще изготовление туда, как бы, если это группа лиц, то это группа лиц было бы, это еще тяжелее, там буквы добавятся, сука и так далее. Но в данном случае это просто терроризм у нас. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Экспертизм. Еще разок. Как? Экспертизм. Экспертизм. Экстремизм. Возбуждение. Экстремизм. Да. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни – это экстремизм. То есть, если, допустим, какая-то подружка тебе говорит, вот не русские, хачи, там, чурки и так далее, там, либо чукчи там или еще что-то, хохлы там, белорусы там, такое прочее, это экстремизм вообще-то. Это не просто неуважительное отношение к чужой расе, неуважение к себе, но это еще и в Уголовном кодексе есть статья «экстремизм». Естественно, за это как бы не в данном случае в вашем возрасте наказание не следует, но когда, допустим, позже ты с кем-то, к примеру, либо просто злодей с кем-то собрался вместе, взяли там, наехали на какую-то национальность своей беседе, пошли и подрались, то есть это будет как бы возможно расценено как экстремизм, там несколько составляющих просто. Не просто там они подрались, там, допустим, наличие листовок, там, высказываний в социальных сетях и так далее. Рассылка сообщений с призывом к какой-то к экстремистской деятельности. Организация незаконно вооруженного формирования преступного сообщества группы для реализации террористического акта, а также участие в такой структуре. Терроризм. Молодец. Если это все с целью экстремистской деятельности, там, ну, вероисповедание определенное, там, религия, язык, либо такое прочее, это экстремизм уже. Вербовка, вооружение, обучение и использование террористов. Терроризм. Молодец. Информационное или иное пособничество в планировании подготовки или реализации террористического акта. Терроризм. Молодец. Пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. Терроризм. Молодец. Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Экспертизм. Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Экстремизм. Ну, в принципе, да, но тут вопрос немножко как бы насильственный, как бы, видишь, то есть экстремистское, террористическое, то есть при основе чего? Насильственные изменения, если при использовании оружия это было, допустим, так далее, как бы, смотря как это будет трактоваться, как бы, это может быть трактоваться и как терроризм, может быть, как путч,
То есть восстание как бы людей там, ну, смотря с какой целью там и тогда так далее. Что? Ну, то есть. Это экстремизм или динамизм? Это насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Вот. Это, по идее, это экстремизм. Потому что как бы в вопросе не закопана подготовка, ну и то есть террористического акта там, и так далее. При помощи чего? То есть, видишь, и то, и другое, короче, и экстремизм, и терроризм. То есть это изменение основ конституционного строя. Это нарушение целостности Российской Федерации. Нарушение устоев. Нарушение гаранта, который предоставляет государство, который предоставляет президент и так далее. Просто при помощи чего? Экстремизма, когда люди начинают другую национальность гнобить, скажем так, и другое. То есть это экстремизм. При помощи, допустим, взрывчатых веществ, восстания, допустим, там, совершения каких-то там захватов заложников, допустим. СВУ заложили там в общественном транспорте, в самолете, в метро, в автобусе. То есть... На территории Российской Федерации было много таких вещей, начиная то, что в поиске были среди девушек, которые приезжали в город, поступали на училище, то есть их так вот находили в питейных заведениях, в общежитиях, то есть люди вербовали их, пропитывали полностью им там внутри бошку, и они ходили там как под шахидов, причем это русские наши девчонки, то есть да, студентки, то есть залазили в троллейбус, ехали и взрывали. Этот троллейбус, то есть вот такая вот штука была даже. В метро были закладки взрывчаток СВУ, в самолетах было. То есть Шамиль Басаев, да, простимулировал со своей стороны некоторую деятельность, то есть Москва, Сочи и Москва, еще не помню. То есть направлялись там больше 80 человек, почти 90, включая пассажиров, членов экипажа и двух девушек с шахидок. То есть Шамиля Басаева ликвидировали. То есть. Это как? Ну как, все, завалили его. Нету его ликвидации. Экспертизм что? Экстремизм? Экспертизм. Экспертизм? Да. Ну, такого слова, допустим, я не знаю. Такого нету слова. Нету? Есть экспертиза. То есть, которая проводится при определении, допустим, деятельности. Попадает ли она под экстремизм у тебя, как бы, то есть, ну и так далее. То есть, это листовки, которые ты... У тебя изъяли, допустим, да, выемку произвели, то есть в квартире обыск, все это изъяли, это отправляется на экспертизу, которая должна подтвердить, относится данная литература к экстремизму, стихи, музыка, там, допустим, какая-то на диско-компакт, на электронных носителях, на флешках, относится она к этому или нет. Естественно, когда совершается подготовка к террористическому акту, либо действие террористического характера, как бы, то есть экспертиза устанавливает, относится это или нет, потому что просто на основе просто высказывание, вот это терроризм, это экстремизм, это не, этого недостаточно. То есть нужно провести экспертизу. Допустим, вот человек, то есть он злодей какой-то, к примеру, план перехват, к примеру, там угнали машину. То есть остановили эту машину, задержали чувака, вытащили за волосы, короче, прямо через окно, как бы, да. То есть его приняли, у него часы золотые. Ты смотришь, золотые, там пломба, как бы, ну, проба стоит, как бы, и так далее. То есть в протоколе изъятия будет написано часы такие-то, короче, из материала, из металла желтого цвета. Потому что экспертиза не проводилась, то есть золото это или нет, неизвестно. То есть клеймо может быть не настоящее, как бы, когда будут возвращать, либо там по делу может быть проходить там еще незаконный оборот драгметаллов, этим федералы занимаются, как бы, то есть и так далее. То есть пишут из металла желтого цвета. То есть это все у нас получается... Экспертиза. Вот. Экспертизм слова нету. Есть экспертиза. Есть экстремизм. Запомнила? Угу. Молодец.